повезло. Тебя-то мне и надо. Есть у меня работа для тех, кто не боится запачкать руки. Прогуляешься, оглядишься. Может, подерешься. Весело же. У нас есть деньги и повод лишить кое-кого жизни. Все просто. Тот, кого мы послали за тебя, не вернулся. Осторожно. Приятно тебя видеть, Эйвор. Хоть кого-то можно нагрузить работой. Нам всегда нужна
тебя доброе сердце, друг. Чем я могу помочь в столь прекрасный день? Приветствую! Что предложишь сегодня?
Доброго дня! Мне... Увидимся! Дай взгляд. Советую купить. Нет, правда? Тебе это очень пригодится. Да, это правильный выбор. Моих лучших покупателей. Могу это продать. Всегда рада с тобой торговать, Эйвор. Это все? Мне пора в путь. Прощай. Увидимся, Эйвор. Я кое-что принес. Я эту рыбу вблизи не видел. Мы эту рыбу долго пытались поймать. Спасибо! Еще увидимся. Возвращайся скорее!
Приветствую. Петра. Эйвор, как дела? Мне пора. До новой встречи. Ох, как вы с Петрой гонялись за белым оленем, ничего не соображая. Я чуть не умер со смеху. Знаешь, а у меня здесь новые товары. Думаю, это тебя заинтересует. Вот что мне нужно. Нам всегда это нужно. Я тебе заплачу. Мне это пригодится. Мне бы это очень пригодилось. Я тебе заплачу. Я знал, что ты мне поможешь. Вот что мне нужно. Мне бы это очень пригодилось. Мне это пригодится. Нам всегда это нужно. Отлично. Пока все. Мне пора. Увидимся. Ну, до встречи.
Хочешь заключить удачную сделку? Тут тебе в... Приветствую, Эйвор. Все на сегодня? Мне пора в путь. До встречи, Эйвор.
путь! Надо причаливать!